Домой из украинского плена. Сегодня вернулся наш земляк, врач Мурат Карабашев, который на днях был освобожден благодаря усилиям главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Молодого человека встречали родные, а также представители руководства Карачаево-Черкесии. Домой нашего офицера сопровождал депутат Госдумы России от Чеченской Республики Шамсаил Саралиев. Репортаж Артура Мхце. Родные встречают Мурата Карабашева, наверное, еще не до конца осознавая, что все самое страшное уже позади. Некоторое время назад в социальных сетях появилась информация, что молодой человек, по окончании столичного медицинского вуза, отправленный в зону проведения специальной военной операции, находится в украинском плену. Но официальных данных по этому поводу не было. Закончил вот этот вуз, да? Академию свою, получил звание, попал на Рафаминск. И оттуда уже на Украину. Военный врач Мурат Карабашев был пойман, когда пытался вывести раненых из-под огня. Провел в плену 15 дней. Освободить его удалось при непосредственном участии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Да, когда Мурат попал в плен, об этом, конечно, все писали, все неравнодушные люди. И глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров мне поручил заняться этим вопросом. Мы, соответственно, со всеми службами провели всю необходимую работу, чтобы парня первые включили в списки для обмена и, соответственно, также по своим каналам связались с той стороной и, зная, что он раненый, мы сделали все, чтобы он скорейшим образом вернулся домой к своим родным. Очень приятное событие. Я здесь нахожусь по поручению Рашида Борисбиевича. Он попросил поблагодарить в первую очередь Рамзана Ахматовича за то, что мы имеем возможность сегодня встречать нашего парня. Вся республика очень переживала за него. Семья Карабашевых родом из Карачаево-Черкесии. Сам Мурат – уроженец Кисловодска. После обмена пленными с украинской стороной был доставлен в Луганский госпиталь. И вот теперь вернулся домой, к родным. Артур Мхце, Вести, Карачаево-Черкесия.